Столичные автомобилисты публикуют в соцсетях первые штрафы за проезд под дорожными камерами без пропуска. Московская административная дорожная инспекция за первые дни пропускной системы насчитала более 600 тысяч нарушителей. Однако не раскрывает, сколько именно штрафов было выписано. Не знает этого и электронная система ГАЗ-правосудия. Ведь водителям вменяют нарушения не федерального административного кодекса, а регионального, московского. Правомерно ли это? Верховный суд в недавнем обзоре судебной практики указал, что за нарушение самоизоляции граждан следует наказывать по федеральным нормам и никак не упомянул региональные. Но федеральный админкодекс не только предусматривает другие штрафы, но и прямо запрещает использование в этой сфере дорожных камер. Он предусматривает возможность фиксации с помощью автоматических средств тех нарушений, которые предусмотрены главой 12 КАП, то есть нарушения в области правил дорожного движения. Мы же сейчас рассматриваем нарушения в области санитарно-эпидемиологических правил в режиме повышенной готовности. Это главы 6 и 20 КАП. Поэтому автоматическое, так сказать, выписывание штрафов с помощью камер фиксации не предусмотрено именно для этих составов административных правонарушений. Закон четко разграничивает выявление правонарушений, то есть составление протоколов, и привлечение к ответственности, то есть выписывание штрафов. МАДИ – один из многих органов исполнительной власти, которым административный кодекс разрешает нарушения выявлять. Привлекать же к административной ответственности, то есть непосредственно выписывать штраф, по этим нормам вправе только суд. Поэтому с точки зрения соблюдения процедуры правомерным будет составление протокола на основании фактов фиксации правонарушений с помощью автоматических средств, направление этих документов в суд и дальнейшее уже принятие решения судом о привлечении к административной ответственности. Сомнительную законность московской практики косвенно подтвердили депутаты Нижегородского Заксобрания, которые внесли в Госдуму законопроект, предложив ввести штраф в 5000 рублей за управление автомобилем без специального разрешения во время режима повышенной готовности. Изменить предлагают именно 12 главу Федерального админкодекса, что позволит штрафовать водителей с помощью дорожных камер по всей стране, как это уже делает Москва.